На Камчатке завершился чемпионат и первенство России по северному многоборью, который проходил с 21 по 28 марта. 15 спортсменов представили Магадан в первенстве и чемпионате. Достойными соперниками стали команды из 11 регионов России. Команда магаданских спортсменов на днях вернулась с соревнований и привезла городу 5 призовых медалей. Подробнее о подготовке рассказала тренер команды. Ну и перед тем, как мы поехать, мы, конечно, здесь усердно тренировались, прошли перед этим областные соревнования, сделали отбор команды. Сильнейшие поехали ребята на Россию. Там два как раз старта было. Это первенство России и чемпионат. То есть первенство – это 16-17 лет юноши и девушки, а чемпионат – это 18 лет и старше, женщины и мужчины. Конечно, очень много было народу. Вместе с тренерами был подсчет 200 человек. Елена Лебедева отметила, что магаданцы выступили достойно. Самые юные спортсмены выполнили нормативы на кандидата в мастера спорта. Лучшей в первенстве стала Максименко Мария, которая привезла золото. В первом виде и тройном национальном прыжке я заняла первое место, чему была очень рада, выполнила мастера спорта. Но, к сожалению, мне его не присвоят, так как мне нет 16 лет. Но в дальнейшем я стремлюсь выполнить 16 лет мастера спорта, и тем самым у меня будет мастер. Участникам необходимо было показать себя во всех 5 направлениях. Тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой, метание тензиана на хорей, метание топора на дальность и прыжки через нарты. Северное многоборье – это демонстрация ловкости, стойкости, упорства и колоссального уровня выносливости человека в специфических особенностях северного климата. Магаданский рекордсмен Владислав Черненко, который занял 3-е место на чемпионате в прыжках через нарты, в очередной раз доказал, что он достойно владеет всеми этими качествами. Я первый магаданец, который за всю историю, всего северного боря в Магадане, занял призовое место по прыжкам через нарты среди мужчин. Это, я считаю, вошло в историю 100%. Самый лучший рекорд, который я знаю, я его давно уже побил, 300 нарт был. Сейчас я прыгаю за 700 уже. Владислав хотел отказаться от 3-й попытки, которая принесла ему бронзу. Только благодаря поддержке тренера спортсмен решился. По его словам, никто не ожидал такого серьезного результата от Магадана. Теперь же спортсмены готовятся к очередным соревнованиям «Весенняя ласточка». А уже в октябре команда отправится на первенство России, которое пройдет в Южно-Сахалинске.